друзья! Сегодня у нас с вами упражнение. У нас сегодня 5 совершенно замечательных упражнений асан из йоги. Эти упражнения делают люди, которым 80 и 90 и 100 лет. Так что я думаю, что нам это тоже все под силу. Первое упражнение, или первая асана, это повороты. Делаем повороты не спеша, медленно, 5 раз вокруг себя. Вот очень спокойно. Поворот себя. Один разочек. Это сели, сели на коврик, дорожку, ножки вперед, ноги вперед, ноги на пол, поднимаем 2 ноги вместе с головой. Последнее упражнение. Это будет упражнение называться «Кобра и собака мордой вниз». С вами встали. Вот собака раз. Теперь легли. Кобра два. Еще собака раз. Ставим пяточки раз. Я думаю, что эти упражнения вообще займут 5 минут времени.
волшебный, самый.